Давай, скажи мне, что на этот раз произошло? Вчера надел новое платье. Он посчитал коротким и начал бить меня. Я пыталась защититься. И взяла то, что мне попалось под руку. И ударила его. Он дома лежит без сознания. Дети, и детей оставила у соседки. Я не знаю, что мне делать. Все, родная, не плачь. Я же тебе говорила уйти от него еще в самом начале. Имей гордость, сколько это может продолжаться? Подумай о детях. Как ты не понимаешь, что скажут люди, что скажут мои родители? А как же дети? Как они будут расти без отца и без отцовской любви? Блять, какая еще любовь? Какая отцовская любовь? Как ты можешь такое говорить, если он продолжает избивать и детей так же? О чем ты? Знаешь что, сейчас придет мой брат, и мне похуй, мы сейчас вместе с ним пойдем и соберем твои вещи и заберем твоих детей. И больше, потому что так продолжаться не может.